Добрый день всем! Сегодня у нас 15 июня 2022 года. Ну и я тут решила сделать совсем малюсенькое видео, как бы, ну, немножечко рассказать. У меня просто сегодня, знаете, как, ну, наверное, такая ну, хорошее настроение, скажем так. Ну, во-первых, спасибо вам большое всем за ваши комментарии. И, как бы, я прочитала, со всеми все согласна, в общем-то. Как бы спасибо за поддержку. Просто, знаете, у нас бывает иногда настроение такое, ну, какое-то размышление на какие-то приводит нас. Потом эта жара, она вот у нас прямо, ну, сводит нас всех с ума. Мы все какие-то, знаете, такие немножко раздраженные. Господи, как я всегда говорю, нам все не нравится. Жарко не нравится, холодно не нравится. Как холодно, мы тоже раздраженные, жарко тоже. Дожди идут, мы в какой-то ностальгии. Такой, знаете, такая у нас какая-то... настроение. То есть все время мы всем недовольны. Уж извините, сегодня я так простенько, видите, волосы свои вымыла, заколола, они еще даже влажные. Думаю, не буду я их сушить ничем, потому что, во-первых, жарко пересушивать, во-вторых, меня немножко, как голову немножечко и охлаждает. Вот, и перед обедом, ой, часы стоят, и перед обедом я тут решила, у меня чуть-чуть времени есть, я думаю, чуть-чуть с вами поговорю, сделаю видео. Также извините меня, что одета, опять же, просто очень, в футболке, жарко, потому что, вот. А вообще, конечно, я не стала переодеваться специально, сейчас я вам скажу, почему. Потому что сегодня, я уже где-то говорила в одном из моих видео, я получила, заказала такие, знаете, платочки легкие, наверное, шифон, шифоновые платочки с одного известного сайта китайского. И что неожиданно, сегодня я эти платочки и получила. В общем, примерила, посмотрела и подумала, что они мне, в общем-то, очень даже нравятся. Не то, что они какие-то шикарные, но, знаете, такие легкие, а вот именно для лета их можно накидывать на плечи. Сейчас даже продемонстрирую вам. Можно потом будет повязать где-то как украшение на шею, там прикрыть кое-что на шейке. И, короче говоря, просто, может быть, я вам дам какую-то идею, вдруг вы эту идею тоже себе, ну, на заметочку и возьмете. Ничего такого особенного вам не покажу, все очень и очень просто. В общем, заказала на этом сайте по случаю, там, конечно, были и дорогие, и недорогие, и всякие. Я решила подешевле, так, на пробу заказать себе несколько шифоновых вот таких платочков. Смотрите. Они вот такие тоненькие, видите, вот прям буду показывать, видите. Стоят очень-очень немного, что-то евро 3 я за них заплатила, за один платочек я имею в виду, вот. Видите, какие хорошенькие. Там много было различных, и я вот выбрала, посмотрела так по отзывам, вроде смотрю, даже с Франции много француженок заказывают эти платочки, посмотрела специально. Француженки, как всем известно, обожают всякие платочки, шарфики. Ну и, в общем, смотрите, один из, вот так, из этих шарфиков вот такой, смотрите, вот как... Вот так вечерком я так подумала накинуть его на плечи, да, и уже совершенно другой вид. Смотрите, вид уже совершенно другой. Я была в маечке, в такой, знаете, ну, в летней. А вот если вот так, допустим, на плечики накрыть вечером, и уже вид совершенно другой. То есть, смотрите, уже более, как это сказать, ну, на мой взгляд, более такой вид более вечерний, какой-то более серьезный, что ли, ну, вот так скажем. Видите, какой хорошенький. Вроде как... Ничего такого особенного, но мне вот понравился вот так. Потом я выбрала следующий платочек. Я сейчас вам все продемонстрирую. Это не хвастовство, это просто идеи. Может быть, кому-то они понадобятся, мои идеи. Смотрите, вот такой выбрала шарфик. Вот. Пришло, причем очень-очень быстро. Прям буквально меньше, чем 2 недели прошло. Смотрите, одеваю его на плечи, да? Вот. И вид уже совершенно другой у меня. Смотрите. Вот. Вид уже совершенно другой. Летом можно, вернее, не летом, а когда, ну, с чем-нибудь можно его и на шейку как-нибудь повязать, да, вот так. Вот. Ну, или еще как-то. Вот. Я уже несколько вариантов себе так придумала. Думаю, можно вот так, знаете, его узелком вот тут, да, завязать, допустим. Ну, предположим. И потом вот так, вот, смотрите. Тоже очень даже, ну, вот и неплохо, на мой взгляд, вот. Хорошенький, правда? Вот. Там выбрать можно на любой, как говорится, цвет, на любой вкус. Там очень было много, большой-большой выбор вот этих платочков был. Я что-то как-то вот такие цвета выбрала. Сейчас, думаю, какие-то одинаковые немножечко взяла. Можно и просто, как я уже вам показывала, вот просто вот так, потом вот его, как хотите тут, в общем-то. Вот. Следующий сейчас я вам покажу. Вот они все по-разному, знаете, по-разному смотрятся. Смотрите, какой симпатичный вот тоже, видите. Вот такого цвета он какого-то.
ой, разноцветный, можно сказать, но такой благородный цвет, вот что я хотела сказать. И когда вот вы его закутываетесь в него, да, уже как-то, смотрите, более благородно смотрится. Ну вот, кто, конечно, любит вот эти всякие вот шарфики, платочки. Я подумала, думаю, ну надо же, вот совершенно другой уже вид, совершенно по-другому уже смотримся. Вот. Ну и четвертый платочек. Потом я, конечно, еще другого типа куплю себе. Вот такой, видите, вот. Тут зеленоватый чуть-чуть был, вот предыдущий. А этот немножечко, ну, на мой взгляд, более такой к синеве, вот, синеватый. Вот, тоже, кстати, так благородно смотрится, ну, на мой взгляд. Вот, смотрите, как. Вот. Видите, и вид уже совершенно другой. То есть просто вот так закутать плечи, допустим, да, закрыться вот так, прикрыться. Вот, когда жарко. Мне очень нравится. Они, конечно, я так их померила, посмотрела все. Они даже размерами немножко, ну, чуть-чуть разные. Ну, господи, это китайский какой-то сайт. Китайский, конечно, ну, боже мой. Но они очень дешевые, хватит их надолго, я так считаю. Господи, что с ними? Ну, потом я еще какие-нибудь себе куплю. Главное, что очень-очень тоненькие, прямо, знаете, такие тоненькие, тонюсенькие, именно как украшения. Они, конечно, никакого тепла не будут нести, ничего, но как украшения, они очень даже, на мой взгляд, смотрите, какие они, вот они какие все. Тоненькие, не мнущиеся, мне кажется, они не мнутся, но очень даже и симпатичные. Они мне еще, знаете, с этими платочками подарили такую на руку, как сказать, веревочку. Красную веревочку с такой какой-то, знаете, ну, веревочка, как оберег, наверное, с каким-то листиком. Вот, надо тоже ее одеть, потому что я люблю всякие веревочки, шнурочки. У меня на ноге веревочка одета. Кира мне сделала, на руку надену веревочку. То есть я, в принципе, люблю всякие обереги, всякие веревочки. Мне это все и нравится. Еще заказала, кое-что заказала, не все еще и пришло. Два пояса вот заказала. Один мне пришел пояс, тоже, видите, тоже стоит очень даже недорого. Такой на резиночке он. Я померила, и мне очень даже он понравился. Думаю, один я заказала вот коричневый, а второй я заказала пояс красный. Красный еще не пришел. Ну вот, видите, тоже. Так хорошо я померила, он так хорошо смотрится, так красиво. То есть его куда хотите, можно и надевать. Ничего такого особого нет, но мне кажется, очень даже и неплохо. Вот, смотрите. На фигуре так, ну, неплохо подчеркивает так все, знаете, хорошо. И в то же время я вот думаю, свой костюм, допустим, красный, ну, комбинезон, думаю, вот с ним можно вот такой вот, допустим, коричневую и одеть поясок. Ну, или красный можно. Ну, красный на красном. Ну, красный я немножечко потоньше заказала. Один вот потолще, один потоньше. Думаю, ну, с платьями, еще с чем-то. А то действительно, вот, посмотрю, может, еще потом что-то закажу. То есть, погляжу. Мне понравился. У нас они здесь гораздо дороже. Это где-то евро 4 я заплатила. Здесь, наверное, евро 10 такой будет стоить. Я потому что смотрела в бутике, что-то дороговато. Я думаю, то же самое. Вот там, ну, немножко другая была вот эта пряжечка. В принципе, вот так. Ну, вот что я вам хотела и рассказать. Так много наболтала, как обычно. Пошла я обед готовить. Всем, кто будет обедать, или, я не знаю, может, уже полничать, всем приятного аппетита. Ну, и до следующего видео. Пока-пока. Спасибо за внимание.